Известный московский протоиерей Артемий Владимиров пообщался с православной молодежью Севастополя об укреплении семьи и студенчестве земном и духовном. Цикл лекции открыла встреча с общественностью города в стенах Севастопольской морской библиотеки. Тема была близка каждому слушателю – христианская таврида о судьбе родной земли. Сюжет пресс-службы Севастопольского благочиния. Протоиерей Артемий Владимиров Севастополь посещает не впервые. По установившейся несколько лет назад традиции, ежегодно летом проповедник, писатель и педагог приезжает в город у моря с беседами и лекциями. Севастополь встретил меня неожиданным теплым дождем. После чего, гуляя полночь по главному его проспекту, я наслаждался такими ароматами цветущих лип, каких давно уже не слышал там, в России. Открыла цикл лекций «Встреча с общественностью города в стенах Севастопольской морской библиотеки». Тема, близкая каждому. Христианская таврида – беседа о судьбе родной земли. Аудиторию составили не только воцерковленные православные христиане, но и те, кто стоит на пути к Богу и к храму. Послушать красноречивого оратора, филолога и педагога пришли постоянные посетители морской библиотеки, писатели, историки, люди, неравнодушные к прошлому, настоящему и будущему города Севастополя и Крыма. Общение с таким человеком, я думаю, будет полезно для каждого севастопольца, для нашей, будем говорить, писательской элиты, для тех людей, которые интересуются литературой, тех, которые интересуются судьбами и интересами нашего развития нашего полуострова, именно и творческого, и анализа его истории. Именно такую задачу поставил себя, прочитав лекцию здесь, в морской библиотеке, отец Артемий, судьбы тавриды в истории России, как бы судьба тавриды. Я думаю, что итоги этой беседы, этой встречи будут полезны для каждого. Неизменными пунктами программы пребывания отца Артемия Владимирова в Севастополе остаются встречи со студентами Православного народного университета и слушателями Института брака и семьи при Севастопольском благочинии. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского благочиния.